в крови. Посмотрим, проверим. Типичный же. Ты хотел читать? Читай. А уже маман. Я не почитаю маман. Печаль. Так же никак. Все, видим. Свет, голос. Ну, заглушка стоит. Последний, конечно, есть. А, заглушка все еще стоит? Да. Значит, кот нажал обратно. Да что ты мне бьешь по микрофону хвостом? Прикис. Умей совести. Его, видите ли, бесит, что его потревожили. Все видно? Конечно. Поехали. Пишу, нужны такие крест, что носил нечистый, имя человеческое и опояска заговоренная. А после под полком скрылась. Жуткая у вас работа. Пострашнее, чем турков бить. Олюшка у нас такая. Ну, а обручница твоя подмененная. Что за подмененная? А банница, видать, подменила ее. Теперь догадалась, как нам печать осиновую открывать? Какой бес нужен книге, чтобы открыть осиновую печать? Мы с тобой читали. Она же подменивает на дрова, либо на веник. Да, на дрова на какие? На какие? Осиновые. На осиновые. Значит, кем? Значит, либо подменыш, да? Либо ванные дрова. Ну, в данный момент. Подменыш, конечно. Сам подменыш. Обдериха девку конечно. На дровину осиновую заменила. А дровина-то бесяк и есть. Да. В точности, как дети. Кинул через порог и лечит плечо. Так вот, откуда это? Отлично, Вася. Не зря я тебя обучал. Подменные дети из тонкого мира. Эти младенцы, конечно, не вырастают. Стоит ли нам тратить силы и время на просьбы невесты, когда мы просто можем найти странного младенца? Так нельзя душу-то христианскую нечисти бросать. Я на твоем месте еще бы мозги поломал. Нужна ли мне нечисть в бабах? Ха, за солдата вроде меня только чертовка и пойдет. Мы до сей поры не слышали про такого младенца. Это значит, что родители держат его в тайне. Верно. Возможно, окаянный уже сожрал ее родителей. Без помощи чертовки нам его не найти. Поможете мне, значит? Поможем. Но с чего начать? А? Что там чертовка просила? Крест. Крест, что носил нечистый. Крест, такое крест. Вообще возможно? Умерший кто-то все возможно неправильно да. Слышал я, что в Енидоре недавно и котница появилась. Ой, котница, вот она. Чем
По-моему, причем реальное было. Реальное. Там до сих пор стоит. Вот нахуй. Сходи к ней, да, да крест сними. Крест нужно начать. Иди сразу. Да. Да. Вот с креста и начну. Что может быть важнее? Порядок так лучше. Найдете Евдокию Фоковну. У нее, говорят, дочурка и коткой заговорила. Ага. Ну, все уяснили. Да Тайсон, хватит. Он бьет мне хвостом по мыши, а? Лежит. Тихо. Сдвинься. Давай, давай. Такая икота-то. Ой, так ты чё, не помнишь? Баба из Пакчи приходила, шептали на неё. Из неё чёрт свершок ещё вышел. А, так то икотница была. Ну да, говорил с нами бес икотка ещё. Ой, не нравятся мне одержимые бесами-то. Ну, чё делать-то? Ну, всё уяснили. Что ты можешь сказать про? Где в Янидоре бабу-то найти? То, где она живет? Да ворота там резные, ближе к околице. Ну, все уяснили. Все уяснили. Так что тут непонятного? Сходим к икотнице, да крест с нее сыпь. Здорово. Спасибо. Так. Пестерь у тебя обновился. Что там у нас? Надо тут закончил. Все, что галочка отмечена, нажимаешь. Закончили. Выбрекаем семьи. Вау. Угу. Это превосходное выполнение. Ты значит и верно отправил. Тут тоже. Надо еще думать, стоит ли отправлять. Но с другой стороны, не видишь, дебафы больше. Дебафы вот сильно. Пока я это не советую, не отправляю. Потому что, например, кто-то где-то поменьше. Да? Ну, смотреть, соответственно, кто что. Ну, сюда ты например, отправлять, например, на подольше. Вот. Вот, иди. Вот, он без смысла не рыбает. Иди, иди, иди. Иди на себе. Я лучше бы тебя надо было. Этого можно на голоду. Лишай какой-нибудь. Угу. Ай, свинтусы. Это вот на самом деле кубеза, которые подают и своим голосом говорят, дают. Интересно. Роман трижды таких не было. Каких? Таких бесноватых, которые не своим голосом прячут. Однако.
Один раз в монастыре и два раза у нас в церкви. Я просто вот сижу и думаю, откуда это могло пойти. Секундочку. Теперь еще раз обратил внимание на первую, на третью строку. На третью строку обратил внимание. А теперь я произнесу, как происходит. Видишь, хорошо? Какой-то середина куда-то. Что-то на якобы, якобы на всяком. Та самая. Это именно оно. Ё-моё. Да? Это именно оно. Да. Я только что передумала, я лучше попью. Понимаешь? Так получается, что для меня я просто от себя, мы типа вообще на кого угодно. Кого-нибудь, да? На кого угодно вообще. Да? Да. Суть. Последняя эта строка. Всякий, то есть вообще любой. Да. На самом деле, скорее всего, конкретно как сам от себя отгоняешь, это, скорее всего, формула именно защитная. Но она так или иначе работает, не пересылает на кого-нибудь. И я почти более чем уверен, что она у нас не помню. То есть, скорее всего, там идет продолжение какое-то. Куда конкретно. Ну да. У нас много чего не помню. Сыграть? Да. С каменом. Чё ты с каменкой-то выдумал? Уж не поверю, что разжигать не умеешь. Как-то... И чертовки испугался, и когда она пламенем хватанула. Всё так, Вася. Не в каменке дело. Не знаю, чё со мной. Случай один был. С тех пор, как огонь вижу, так сам не свой. Боюсь его жутко. Слух прошёл. Просто турецкая. Послали с вечерки в баню-то. Награется хотел. Чего застыл? А, не знаю, кстати, такого не встречала. Но я так просто не сдамся. Почему? Чё с огнём-то? А, долго сказывать. Летело, что ли? Скорее всего. Ты, или Коля, только жаль, как солдатом-то стал? Да в рекруты забрали. Ты-то мала еще была, не помнишь, небось. Это же последний русско-турецкий. Получается. Я дед Егор взял. Ну, ты-то как рекрутом стал? Сам пошел? Ага, сам. Вообще, не мне выпало. Да мы, семья-то большая. А я парень удалой. Ну так, видный. Ха, а то, я сам вызвался. В полевой полк попал. Потом к туркам отправили. Там ты крест-то получил. Там, ага. Тоже история-то долгая. Ну, что, просто, и просто на девке банной жениться собираешься? Делать. Ну так это, поможем ей сперва. Небось, видно она, коли с чертом сдюжила. Может, мне ее бог послал. Чертовку-то? Ну, так она же говорила, что подменна. А мои ровесницы-то уже все в бабах. Да и забывалого солдата кто пойдет? Почему нет? Только черт и пойдет. Ну, где была гарантия, что его завтра не в рофлю? То есть... Его на войну и не в рофлю. То есть обратно не везут, типа? 25 лет по винности, насколько мне помнится. Ну да, ну так он же уже вроде как все. Он лишь с войны вернулся. Он все еще военно обязан. Ну да. Про огонь-то долго сказано. Ты че? Может, и недолго. Че пристало, как банный лист? Потом расскажу.
Я, кстати, улавливает метряк, это, экранный. Чё улавливает? Метряк экранный улавливает. Экранный, ну то есть, короче, это слышно его через тебя там. А, так это мы сейчас починим. Уже не первый раз это замечаю, думал, что это делает. Это его клинит. Сейчас починим. Второй или третий день такая тема. Не только склин, да? В принципе. Я думал, что у меня уже калибровка. Так, оно мне лучше будет? Наверное, лучше. Не знаю, я просто переткнула. Два или три дня уже такая тема, и не только мне. Я только сейчас понял, что не слишком. Потому что отчет его было не слышно. Обычный дурак? Обычный дурак. Подкидной, по-моему, все-таки. А может, и обычный. Можно на деньги играть. На деньги можно будет играть. Вроде обычно. Ты с толпой играешь, по-моему. По крайней мере, про подкинуть не было. А как там, в смысле, подкидном? Обычно не понял. Подкидном ты можешь схожие карты же подкидывать. Если схожие. А, если нет, смотри, подкидной, да. Так и нет, причем. Да. Это обычно не только помню. Обычно? И тоже любили, да. Не подкидного, ты не играл в подкидного? Я, наверное, не особо умею. Да я как? Пытался научить его не особо умею. Как? Вообще, да? Я вообще в карты плел. Мне было 7 лет, по-моему, там. 7-8. Так, восьмерки, это хорошо. На, еще. Ладно, окей, бит. Ты не офигел? Забрать придется. Надо было туза кидать. Надо туза не крыть. Крис с Вером. Как всегда. Пита, так пита. Так. Все просто. Давай закидаем его. Козырями пошел. Два из наших убили. Не жалко. Так. Если мы это скинем, мне придется взять, значит, следующий ход наш. Биться он не сможет. Учти, король. Я знаю, но он... А, не козырный. Стоп, козырный. Козырный не выбил. Вот отбил. Мы подкинем ему этого. Он отобьется имеющимся чем-нибудь, если есть. Но у него нету. Поскольку брал он с наших рук.
Лучше от девятки отбиваться. Так. Все тузы у тебя маленькие. Зашибись. На, забирай. Ладно, бита. Король. Жаль, не переводной, так бы я перевела. Семеркой. Ну и бился бы он дальше. Сам с собой. Почему не дамы где-то? Ну хотя дамы все, скорее всего, у нас были. Сырная дама. Ватузай, у него как бы куча карт. Он не сможет отбить. Здравствуйте. Все. Что тут умеет-то? Отца. Легко. Васька, слушай, спасибо за помощь. С баней той. Да погоди, еще вызвали девку-то надо. Чё-то... Да ты чё, как бы я без тебя-то пошел? Хочу подарить тебе... Тайсон! Тише. Секундочку. Сейчас мы узнаем, что хочу подарить тебе, но... Сначала выпустим кота. Меньше что. Главное, кот. Вот я думаю, что у меня периодически интернет тормозит. А мне, оказывается, походу, обмануть пытались. Ко мне входной поток запросов. И то ранее 15-20 мегабит херачил. Так, может, и меня пытались? Да нахрен, ты кому нужен, Паша? Тем более тебе белого эпишника нет. Ты мне жопу в интернет торчу. Если мы как бы на стриме. Ты какое слово беспокоит, Паша? Не начинай. Я тут. Так. Ну, держи. О, классно, колода. Залит. Что дает? Речистость. Сделал к словам больше черный. Это что такое-то? Карты игральные или что ли? Вот. Да. 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 И что ли? Скопил денег-то. Старинные. Но первый сорт. Захочешь научиться, так я объясню. Говорят, нечистый-то тоже не против сыграть в дурачка. Да. Да? Да, с чертями можно. Черти любят играть в карты. О, почему, собственно, церковь не признали? Карты? Да, почему нельзя, собственно? Срать. А ну пошли отсюда, угланы вы страшарые! Пока я возгоном гнать не начал. А чё так-то? Главное, это у нас... Да, я забылась почитать. Подростки. Погоди, может они по делу пришли? Ни разу не видела. С чем пожаловали? Там ох, Василиса, мы тут страх такой видели. К западу от Енидора изба есть жуткая. Так там точно нечистый живет. Это почему это? Ну как? Раньше, говорят, там все гулянка какая была, а сейчас заброшена, как могила. Сами видели. Ну-ну, сами в могилу угодите, если без дела шататься будете. Бежим! Чукчи. Так, дети, типа, пахают. Ну, кого бы перебери, если не хочешь. Смотри, надо, да, кстати. Сорян.
Значит так. Всего у нас 20. 87 монет. Можешь, Гриш, парочку подкупить. Если хочешь на меня работать. Нет, в смысле это. По-моему, ничего больше. Вообще к вам мне, а второй, который у нас на всех был, ну представь, что-то же еще было. Был, ты представь саму колоду, это то, что у тебя в приказах, ну, в смысле, то, что наличие в этой, а это все карты, которые есть. Нет, я имею в виду, у нас кто-то был. Так я же тебе говорю, посмотри, я знаю, там было. Это ты смотришь, что что-то мелко. Я хочу просто перебрать и пересортировать ее. То есть часть сюда, может. Может быть. Ну, это снег охрана для кого-то. Грыжи, например. Вот пока маловато. Это туда, после второй печати. Еще видишь, 4 карты у тебя с этой надо собрать. 4 разные листы. Так, а отсюда, а не сюда, значит, да, делись. Если отсюда сюда, нет, здесь как будет, тут просто остается либо-либо. Если хочешь, можешь попробовать вообще все убрать и заново поставить. Вот так я думаю. Дальше. Рыжий, можешь все три штуки в колоду поставить. Первую, в смысле? Да, первую, конечно. Почему не во вторую? И вторую не собрать. Не, ну как хочешь, но после того, что... Или пока то, что позволяет, как бы. Да. Сейчас у тебя все равно выбор особо нет. По факту у тебя первый набор только. Уже каждый печать свой набор. Поднимается больше. Там же у тебя точно не влезет в эту колоду. Да ёп. Запарила. Помяни чёрта, блин. А, это? Ну. Это, возможно, чаёк. Совсем. Думаю, нет смысла пока больше тратить нервы. Я могу, конечно, да, их набрать. Да, у тебя сейчас все равно еще 4 карты придут. Да. Можно просто посмотреть, что ты брала, что не брала. А еще, кстати, по навыкам посмотри. Что-то, молодец. Элементарь обычно. Снежит. Оставшийся. Смотри, кстати, когда они по уровню открываются. Это мы, то есть... Прочитаем. Да, кстати, не видно. Ну что так... А, ну либо, так... Либо фиксированный. 4, да. Либо чудо. Либо чудо. А склады с черных слов, вот это хорошая штука. Это я не хочу снимать, я думаю, может это... Снять. Смотри, сама что тебе важнее, щит или 5 сразу? Хотя щит сразу, блин, опять же. 5 щита сразу. Я сейчас там буду. Смотри, что там это? В инвентаре. Почему? По зубам. А что тебе по инвентарю?
ну, когда там открываются ключи. Секундочку, провод перехватил. Я говорю, в мудрости посмотри, но мне что-то интересное. Ты не бери. Где? И вставай, не бери. Бери навык. Когда они там открываются. Ну вот они, мешки. Сейчас. Сейчас посмотрим. Кстати, я еще забыла, да, что у нас там по этой хрени так есть. Эти работают точно. Здесь ничего взять не могем. Теперь хоть бесполезно работать. Что тебе нету очков на. Да. Сейчас будет. В мудрости. Подожди, в мудрости. Где? Yeah. Зубы. А что у нас тут? Пешку. Когда там автоизучение или нет? На уровне 5. Зубы вон у тебя, старая платка. Где? В упор ты видишь. Ну так... Сейчас не выучить все равно. Это сейчас, я не два остальные два. Автоизучение там идет или что? Мешки. Два. Мешки-то это количество предметов, которые носят. Я тебе о них и говорю. Ну так понятно. Я это видел уже. Так остальные когда изучаются? Я об этом. Не знаю, видимо, после этого. Понятно. Дальше. Люди. Я имею в виду автоизучение или нет? Нет. Нет. Я отключила автоизучение. Нет. Поняла. Я про то, что на них как навык это не заключено. Так-то я знаю, что оно здесь есть, но я пока не вижу смысла. По сути, мне хватает. Это сейчас будет ап. При первом же бою. Я бы сейчас сосредоточилась бы на... Мне пока не сосредоточилась. Мимическая часа. На лютых. А он? Потому что маловато стало. Маловато урон. Урон или защита, потому что... Я скажу, карт-то куча, а толку от них мало. Можешь Николая взять в помощнике, можешь еще кого-то. И кого мы можем взять? По-моему, деда. Деда? Ну, посмотри, кому что. Дед не может быть взять. Ну, может, когда он взять. Несмотря на поздний час, торговля продолжается, и вы еще можете успеть купить что-то в дорогу. Чего тут только не продают. И сахарные пряники, и колдовские амулеты. Товары на любой вкус и кошелек. И здесь же, кстати, можно на мельнице с тремя лапами. Какова твоя мудрость? Нисходящая свыше или земная, бесовская? Заговор. Да. Что у него тут-то есть? Все закупают, а у тебя, которых не хватает, все закупают. Ну, теперь они у тебя есть все. Вижу, что ты девка-то непростая. Тогда и товар тебе покажу добрый. Вот, выбирай. Что у вас тут есть? О.
охране. Так. Это полон. Еще подожди покупать. У тебя там еще этот лист. Не на деньги не заценил. Ну, все не могут. Здесь мне какой-то диагноз не хочу лишить. Мы не можем часть-то продать. А ну можно такое. Ну, не понимаю. Короче, посмотри сначала, что это такое. Протежники, что дают. Если я бы сбагрила часть этой травмы и все. Ну посмотришь, я все равно. Покупай тут амулет! Проживешь ты с ним столет! Он не есть, не пить не просит, а врага простоволосит! И тут у вас есть? Шмотки. Эффект слабости увеличен на 3. Это, по-моему, плюс 3 слова. Это лишь. Я два хода травы. Ну это вот у нас абсолютно даже. Это видишь, это комбинация с брагой будет. Неплохо, кстати, но дорого все это. Конечно, прямые защиты на два хода. Некоторые заговоры такие. Вот рано так ничего не почти место. Я пока оставлю, как есть. Сможешь пробовать с картежниками. Картежники увлечены очередной партией в дурачка. Сыграть. И все, они там цены такие почти 15-20. Так, что у нас там? Ага. Ну еще. С одним махачем. Еще. Конечно, вариант не стремится. Что, нечего подкинуть? Зря мне тебя закидать, так что-то как-то мне тебя нафиг. Убери. Так. Ладно. Хватит с тебя.
Чё это началось-то? Я офигею в этом зоопарке. Точно фигня не контакт. Чё? Я говорю, это не просто фигня не контакт. Это точно фигня не контакт. Вряд ли ты со мной будешь играть после такого, да? Ну, как-то, ну, это нет, я все равно не знаю, что я не знаю. А вот, Олден, может быть. Или еще не знаю. Это легко. Не отдай ему козырь, шо он нафиг. Можем после завершения дня сходить быстренько, перекинуться. Можем. Не боишься? Я с одного, нет, не боюсь. Так, сколько у него там? 6? 27 вообще не боюсь. Да не. Такой неполноценный скат. Молодец. Я знала, что он там. Что ко мне-то он не приходил. Да. Вы победили. Сейчас подняли. Ну, грубо говоря, опять подняли. Ну, раз мы купать ничего не будем. Не знаю, ну так можно, в принципе, бабки купить. Можно. А они тут постоянно? На ярмарке, да, только ярмарки всегда попадаются. Раз в несколько дней. Наверное, так. Вы сбились с пути и вышли на знакомую дорогу гораздо западнее, чем планировали. Здесь вас встречает оборванный человек с гнилыми зубами и мутным взглядом. Вы понимаете, что это разбойник. Ночные путешествия по Пермской губернии порой опасны не одной нечистой силой. В тишине раздается его хриплый голос. Чё тут у нас, девка? Али чё? Ладно уж, отпущу невредимой, коли отдашь все деньги. Не разглядел ты в потемках. Коля. Ни одна я путешествую. Ну-ка иди-ка сюда, разбойничек. Я турков бил, нечистого видел, а поганей тебя, вражины, не встречал. От вида высокого солдата у бандита подкашиваются ноги. Он пятится и быстро скрывается в чаще. В спешке он уронил свой кошелек. Вы продолжаете путь. О, Кила пришла. Надо, не надо Килу взять. Это очень хорошо. И крепким тебе надо выражиться еще тоже, потому что статус крепится. Так, сначала сюда идти. Тенистый овраг усеян разнообразными травами. Среди прочей растительности выделяется один красивый цветок. Он ярко-красный и хорошо виден даже в лунном свете. Вы подходите к цветку и обматываете его стебель серебряной нитью. Рывок, и вот в ваших руках ценная трава – адамова голова. Вы забираете колдовскую траву и готовитесь продолжить путь. Лишним, конечно, не будет, но его уже залить можно. Потому что, видишь, ты стала видеть травы. Сосновые ветви заглядывают в пустые окна заброшенной избушки. Вас охватывает неприятное чувство тревоги. Не зря говорили, что место это нечистое. Вы протискиваетесь сквозь приоткрытую дверь и смахиваете паутину. В сенях темно и пусто. От давящей тишины у вас по коже пробегает мороз.
Вы заходите в избу и замираете в ужасе. Еще вариант. Под исцарапанными когтями красным углом лежит иссохшее тело человека. Рядом с ним валяется гармошка, словно растерзанная диким зверем. Вы осматриваете избу и гармониста. В его кожаном кошельке есть несколько рублей. Кто мог расцарапать? Надо бы похоронить его, мало ли чего. Вы рассказываете о мертвом гармонисте в ближайшей деревне и отдаете деньги на похороны и отпевание. Крестьяне рассказали вам, что несколько лет назад этого умелого музыканта увезли среди ночи на какую-то вечерку. С тех пор его никто не видел. Нифига себе. Вы пробираетесь сквозь лес. Угрюмые деревья нависают со всех сторон, а из мглы доносятся какие-то звуки. Вы замираете в страхе, заметив двух чертей у разрытой придорожной могилы. Они вскрыли гроб и теперь неторопливо сдирают кожу с трупа. Преодолевая отвращение, вы открываете черную книгу. Первый заговор будет за вами. Совсем охренели. Могилы разорить, сколько там? Такие элементарные. Сразу переполох. Всем сразу переполох. Потом надо. Статус у нас нет. У нас будет еще ход висеть. Вообще камни. Надо, потому что крепко. Да. И иди-ка сюда. Так, опять ставлю. Подходит. Пиздец. Внешней стороны воды. И рак по морде. Ну-ну. Наоборот. Серпом по одному месту. Так. Порчу смысл уже вешать? Или... Нет, слушай. На одного порчу, на второго да. Это... Одного кило и вторая порча. Кило на 4 и это... И все. Может даже защищаться там. Я сейчас не порчу убью. О, еще одна порча камня. Не, минимум можно расшиться. Ну а смысл нам пока еще одну вроде. Урон-то мало. Крепче камня? Угу. Так оно что? Лучше аминь. Разделавшись с бесами, вы осматриваетесь. Еще раз. От могилы в лес идет узкая тропа. Кажется, вы слышали про это место. Заросшая дорога ведет к старому кладбищу. А, нет, это сейчас... Привет, КДЖ. Я бы, кстати, пересчитал. Отпись. Да ладно. Надгробия, торчащие среди деревьев, укутаны сырым туманом. Вы оглядываетесь по сторонам в ожидании нападения, но все вокруг словно замерло. Если я смотрю, это молитва прочитать число. А что если тут рядом что-нибудь есть? Есть, конечно. Вы прогуливаетесь по заросшему кладбищу, осматриваете надгробные кресты и размышляете о смертях, которыми создан этот город мертвых. Возможно, и раньше были икотницы, может, даже покоятся на этом кладбище? Вам повезло, копальщики недавно вырыли могилу. Она чернеет голодной пропастью, пока не занята. Вы набираете немного свежей земли в мешочек, нашептывая заговоры. Она усилит ваше колдовство. Вы читаете молитву за упокой душ, что лежат на кладбище. Не слышно ни звука.
Вы успокаиваетесь и переводите дух. Если еще раз... Вы читаете молитву за упокой душ, что лежат на кладбище. Не слышно ни звука. Вы успокаиваетесь и переводите дух. Вот, давай идем сюда, посмотрим, что у нас там есть. А что земля делает? Мизин. А ну-ка, подожди-ка. Надо будет узнать кое-что. Дело в том, что у нас есть мизенка здесь. Я не думаю, что это то же самое. Она же мизенская, мало ли. Мало ли. Всяко бывает. Конечно, далеко. Так мы можем поднять. Как мы собирались. Земля. Что касательно земли, тут... Чёрный дым. А, крепкая. Видишь, крепкая. Поэтому я тебе говорю, что желательно поднять четвёртый мечи. В идеале, я предлагаю, знаешь, как сделать? Следующие три уровня поднять эти ячейки. Может, чтобы у тебя можно было 6 кинетов различить. Чтобы, соответственно, да, использовать ее уже. Ты. Потому что с этим я чуть не горю желанием расставаться. Пока нет, я чего. Пока лучше. Тут я беру свои слова назад. Если бы не оно, мы бы схлопотали бы чутка. А так мы выдержали вообще, даже это глазом не моргнули. Так а нет, ничего. Ах, это не ничего. Раздается хлопок кнута. Этот черт гонит в ад сжавшуюся от боли душу. Вы останавливаетесь в нерешительности. Стоит ли душа грешника того, чтобы сражаться с нечистой силой? Даже не знаю. Опыт? Опыт лишний, опять же, да. Вы окликаете черта. Он переводит на вас свой горящий ненавистью взор. Черт выпускает когти и направляется к вам, забыв про свою добычу. Грешник, не теряя времени, скрывается в лесной чаще. Черт ревет от ярости, и это, кажется, привлекло его собратьев. Вы тут же приступаете к чтению заговоров, не позволяя ему отправиться в погоню. Вы сейчас будет только разумеет. О, фига. О, это вам мочи сразу. Конь педальный. О, просто поверь. Да я и вижу, что что-то ничего хорошего. Так, что-то у нас... Увеличивать на 3. Прохай вам, можешь заключить за одну, но для всех, что сегодня засчитывали урона не будешь. Или уразы все-таки использовать? Ну, уразы на одну убьют, а все сразу. Блин, надо же еще нашего товарища задействовать. А ты как тащишься? Просто тюк и все, как говорится. Нет, нет толку. Сейчас завар быстрее сработает. И крепчика мне работает, но я сейчас убью. Да. На самом деле, теперь кинул, потому что теперь без разницы уже.
Красиво. Еще одна. О, шикарно. Кила хорошая вещь. Может, зря мы вступились. Уже этот человек убил там 500 тысяч людей. В тенистом овраге лежит огромный камень. На нем есть отпечаток ноги, который сейчас наполнен предрассветной росой. Валун уставлен свечами. Тут и там вы замечаете дары крестьян Енидора. Выпить, что ли? Вы пьете священную воду и чувствуете прилив сил и уверенности. Ёперный манипулятор. Здесь подслеповат он, что ли? Так я тебе говорю. Там есть щелочка в двери, нет, мы будем скоблиться. Надо проверить, это реальные болота или нет. Ильинский. Угу. Ну что же, осушены давно. Не факт. Перед вами возникает болото. Сырая земля хлюпает под ногами, становится холодно и неуютно. Минская же есть. Внезапно из болотной топи вырастает белый призрак теленка. Он смотрит на вас и не сходит с места. Вы читаете защитный заговор, и призрак исчезает. Уже произнеся заклинание, вы понимаете, что теленок был кладом. Нужно было его ударить, чтобы он рассыпался монетами. Вы замечаете горящий взор чертей в болотной осоке. Возможно, явились стражники сокровища. Как есть, так есть. Все по-честному. Это да, но просто видишь, как в чем-то там... Ну хорошо, если ты так хочешь. Нет, как ты хочешь, не просто говори. Ты думаешь, мы упустили... А еще грузить через автосейф обычно. Да. Нет, не за то, что так хочешь попробовать. Перед вами возникает болото. Сырая земля хлюпает под ногами, становится холодно и неуютно. Вот, знаешь, сколько монет? То, что внезапно из болотной топи вырастает белый призрак теленка. Он смотрит на вас и не сходит с места. Вы бьете призрака наотмашь. Морок исчезает с хрустальным звоном, а на его месте вы обнаруживаете горшочек с серебряными монетами. Собрав клад, вы замечаете горящий взор чертей в болотной осоке. Я просто еще не знаю, сколько. Салат? Не лично. Так, а я тут чё? Видишь, максимальный профит из локации сделали. Ну, это нечестно. Совсем нечестно. Нет, на самом деле все надо честно, просто попробуем другой вариант. Да.
А, вторичный, если это в руку больше накидывается, то выливается. Короче, обои это больше в уровне. Я не хочу. Мы его добьют. Это все. Отхилится. Да. Ищи повесить. Барахолочка, потому что. Ярмарка, опять. Не вижу смысла. Че? На ярмарку опять не вижу смысла. А, ну можно ходить. Да, смысл. Мало. Енидор укрыт звенящим предрассветным туманом, в гулкой тишине раздаются звуки просыпающейся деревни. Вы быстро находите избу Евдокии Фоковны по указаниям деда Егора. Николай стучит в резные ворота, и вскоре к вам выходит хозяйка дома. Евдокия Фоковна, Бог в помощь! Бог в помощь! Помогай, Господь! Вы кто такие? Я вас не звала! Пришли мы с дочуркой вашей поговорить. Ага, награиться хотите над акулинкой моей? Не бывать тому. В покое кота оставьте. О, читай. Сразу. Сразу? Угу. Капец.
Ну это же тоже психоз, наверное. Да. Чисто это. Фу, сразу говоришь, просто извини. Ты знаешь? Я не знаю, как это. Нет. Не до смеху нам. Мы помочь хотим дочери вашей. Помочь? Чей-то многие пытались, да ни у кого не вышло. А с чего у вас должно? Понимаю, как страдает Акулина ваша. Поэтому и помочь хочу. Знаю я одно средство. Ха! Ладно, хуже уже не будет. Некуда. Совсем икота девку мою замучила. Акулина прячется по ночам в старой церкви Преображенской. Там икота меньше донимает. Вот туда и идите. Спасибо. Не переживайте за дочурку. Споможем ей. Ну дай ты бог, дай ты бог. До свидания, Евдокия Фоковна. Зигурная, значит. Мрачной тенью возвышается старая Спасо-Преображенская церковь в сумерках, окрашенных алым рассветом. Над вами безмолвно нависают деревянные купола этого здания. Сотни лет и десятки поколений прошли под его сводами, и вы чувствуете древнюю мудрость, что накопилась в величественных стенах строения. Насмотримся, посмотрим, что тут есть. О. Вот. Так. Что ты об этом хоть думаешь? Хоть и солнце встает, а жутко как-то. Да ладно тебе, жутко. Нормальное. Вон трава еще около. Хоть и солнце встает. Ничего не хочется. Чё, где? Куда? Вон слева в трава. Сейчас всё будет. Кто-то, кто бы это мог быть-то? Войти-то не можем. Никуда. Никуда. Пази, к колодцу подъем. Разбитый никуда. Колодец нам ничего не даст. Не дает ничего. Только что выйти. Все, здесь ничего нет, травы нет. Справа от Коляна, справа ничего. Кто-то боится, товарищ. Это усрачки. Так. Да нету там ничего справа. Значит, это сюда уже не ходи. Старые ступени ведут внутрь церкви. Пошли. Вот здесь, да, стрёмно. Да, Ларис, будет. Иконостас частично разрушился, будто здесь разбушевался северный ветер. Царские ворота покосились и более не препятствуют входу в алтарную часть. Кажется, что часть икон вырвана намеренно. Некоторые повернуты к стене. Это она тут устроила? Да. О. Там
хорошая трава. Или ты приберешь подальше? Слишком хорошая, что ее просто так не зарасходовали. Ну что? Шутка тут. Вот то не христианское место. Ты ненормальный. Сойдет. Бывало и так. Иконостас частично разрушился, будто здесь нет. Разбушевался северный ветер. Царские ворота покосились и более не препятствуют входу в алтарную часть. Что это за царские ворота? Кажется, что часть икон вырвана намеренно. Некоторые повернуты к стене. Я так понимаю, что обычно туда нельзя. Женщина. В тусклом свете вы различаете груду тряпья, среди которой лежит икотница Акулина. Женщина, вообще кажется, она еще спит. Девочка то и дело вздрагивает от кошмаров, которыми ее мучает поселившийся в ней черт. Вы окликаете девочку. Она вздрагивает, вскакивает на ноги и забивается в угол алтарной части. Даже в зловещем полумраке вы замечаете, что у нее дрожат руки. Кто вы такие? Воу. По что так-то? Пожалуйста, не обижайте меня. Не боись, Акулинушка. Мы тебе не навредим. Меня Васей зовут. Это Коля. Мы помочь хотим. Слыхали, в тебе икота поселилась? Да, бесяк засел. Мучает меня. Можем мы с ним поговорить? Я Прошки не хозяйка. Он сам вылазит, когда вздумает. Прошка, значит. Прошка есть. Расскажи про черта своего. Так что рассказать? Иногда вылазит, кому поворожить может. А ребята дразнят меня. Девочка начинает тихо всхлипывать. Конечно, даже не это заедет. Нужен нам для дела крестик твой. Выменишь нам его? Че? Да как я без креста-то буду? Меня тогда Прошка совсем изгложит. А я тебе свой отдам. У меня два есть. Один при рождении даден, другой на поле брани. Мы можем прогнать икоту. Прошку, правда можете? Но он сам не вылезет. Ничего. Думаю, я знаю, как привлечь его внимание. Нужно рассердить икоту, чтобы она явилась из-за Акулины. Как же разозлить именно этого беса? Потом мы дальше начнем. Вот, мы знаем, что срань это, скажем так... А уже видели, что его выбешивает. Тебе само окружение подсказывает. Так, если он здесь спокойнее, и в принципе мы ничего другого больше нету. Как раз таки здесь он-то не спокойнее. Ну, это сказали, пока у Амалис. Нам сказали, что она тут спокойнее себя чувствует. Это она себя тут спокойнее чувствует. Но не он, да? Не он. Судя по тому, что тут половина икон перевернута, они его и бесят. Да? Больше никакого указания нет. Испорчен. Да и икону у входа я заметила побитую. Видать, не любит их твой Прошка. Да, он меня заставлял иконки-то портить. Я круг начерчу и начнем. Вы усаживаете Акулину перед иконостасом. Николай поправляет иконы. Вы начинаете читать заговор, который учили довольно давно, но память вас не подводит. Гулким эхом звенят величественные слова заклинания. Вы почти заканчиваете ритуал, но Акулина внезапно толкает вас. От неожиданности поток магических слов прерывается. Девочка начинает биться в припадке. Из нее выходит икота. Страшное зрелище, это самое зрелище. Почему? Понятно. Да. Бесогон и называется. Да этот заговор вообще устаревший.
Зачин уже не тот все используют. Что же ты за векшица такая? Старомодная. Царство Иисусово! Вообще невежливо при нечисти такие царства поминать. И уж тем более иконы выставлять. Ненавижу иконы. Хотя бы. Поэтому побитые, поцарапанные. Так ты и есть бес и коты? Ну я и что? На кота похож, красавец. Кого ожидали-то, лягух? Крест нам нужен, Акулины. Да слыхал я уже. Мне тоже много чего надо. Давай так, ведунья. Одолеешь меня, я тебе и крест отдам, и из девки вылезу. Кот. Да нет уж, про другое спрошу. Зачем в Акулине сидишь? По что девку мучаешь? А не твое дело. Ну, с другой стороны, делать-то особо нечего. Могу и рассказать. Ага, я нечисть-то изучаю, так интересно. Да что тут рассказывать? Енидор-то раньше богатым погостом был, на родниках. В церкви вот этой заказывали купцы благодарственные молебны, когда с северов возвращались. Северов. Я вообще суседил в этой церкви раньше-то. То есть он, по сути, домовой. Откуда в церкви сусед? Бывший. А к чё не может быть церкви? Кстати, обратите внимание, но бороды хотели. В заброшенных и пострашнее бесы водятся. Они... Чем я хуже-то? Ну а сейчас чё? Бороды людей нет, ни в церкву никто не хаживает, только в каменную идут. О, вот как значит. Я со скуки в Акулинку и забрался. Не хочешь в покое эту девку оставить? Ну, может, и оставлю, коли одолеешь меня. Ты чё иконы-то не любишь? А много ты бесов видала, которые так-то любят? Да. А? Может, церкву открой? Свято-чертовскую. Ты девка умная. Догадалась, что мне иконы не нравятся. Я еще церковники не верю. Я вообще не против этой новой церкви, да чуда. Но тут другое значение, кстати. Да можно и без икон обойтись, нет? А рисуночки? Не мое это. Аж в дрожь бросает. Зачем? Еще церковники не обратили внимания на это. Ты думаешь, запорят? Да слыхал я. Да. Давай так. Не дай бог. Я знаю. Я тебе и крест отдам. Хорошо. Будь по-твоему, Прошка. Ну, держись, Василиса. Ну что, чертокот. Обратили внимание на количество ХП. И посмотри на значок. Да, убивать нельзя. Пока действует этот статус. Пока этот статус действует, он будет еще... Переходом. Тогда защищаемся. Кундалини. Я думаю, сразу. Ну, коцнуть-то его можно. Коцать можно, в том-то и дело. Только не насмерть. Да. Кому там может спать? Пока статус-то не должно успеть. То есть это наоборот тянет. Вот видишь? И там применяет пару раз. Сейчас следующий чем применяет. Убери их. Надо бы снять статус. Это да. Вот сначала навесит, а потом только снимет. Сейчас пока не применяется снять. То есть навесит сначала. А давай мы эту не успеем скорчить.
видим, да. Ну, в смысле, он не помрет, нет, но и... Нет. Мы особо больше ничего не можем, поэтому... То, что бесов не было, пока мы не стали. Раз, два, оп. Потихоньку там из него и вытянем. Да, он через почву. Это что еще такое? Если не соберем дальше. Сразу. Он будет каждый 5 лет. Это как 5 лет. Понимаешь? Серафимушка что дает? Серафимушка ключи на один. Иди чего, вот. Я ее применю сейчас. Думаю... За каждое слово проводит цвета плюс один. То есть, да. 4 слова, 4 ключа. 4 белого слова, 4 ключа. Так, отлично. Поэтому из стекла. Да, лучше это надо. Право его применить. И пока отхилится хунг. Отхилится и на щите поставлю. Просто пережить эту хунг. Ну, об этом можно. Можно, конечно. Печатать спокойно. Только вместо этого лучше поменять. Тут немного подпишут. Этот урон полностью питаешь. Блин, у нас этих по 5, короче. Не 5, больше в данном случае. Ну там же там, сами. Пойдите прочь от моей акулины. Изыди, бесяк проклятый. Сика, кошачья. Хирюс. И его тоже. Тут, на самом деле, нужно было травму. То есть травму. Можно было, да. Очень экстренно. Тупанул. Я кину складная. Хилу, точно, можно же хилу. Я забыла, что оно складное по черным. И поле у тебя. Уже. И статус респирена опять на вид. Можно вкус. Какой статус? Засранец. Ничего. Так, 13. Следующий черный опять начнем. По-моему, это будет. Чуть выше посмотри. Это сам прямой. Лютая. Кузов. Так это... Так, 7. Поэтому я сейчас буду хилиться сразу на 20. Нет, это она отхилится сама. А ну туда. На всякий пожарный.
Тут же она тоже находится. Кстати, спомойки. Они не могут, да, тоже складные. Добивать сильно-то нельзя. А ты не успеешь, да? Чешни из вас. Из вас так это бежит. У нас черный есть. И белое соответствует. Благословение. И снять положительный статус сейчас. Как думаешь? Прибереги, потому что этот на следующий год и так всплывет. Ты думаешь, всплывет? Да. Че он там навешен? Это хим. А, пока что. Это можно будет сейчас снимать. Насловился, но хоть этот ушел. Сразу без сопровождения. Крепче камни. Да. Крепче камни мы уже не сможем применить. И повык под ноги. А, нет, щит вставать. Щит вставать. Встать. Воином? Да. Так. Снимать негативный статус на Амона. А воин? Зачем? Ну ладно, да. Че он тоже будет, пока я поправил. Потому что почему это окончание этих вот была типа Анна. Как лице скорчить, а если он опять навесит этот, то его на спор сейчас работает. Нельзя сейчас. Тоже я. Крепкая. Переполох 1.4. Ну и чё? Как-то второго четвертого. Ну и чё ты предлагаешь? Не оставлять это? Я думаю, да, пока на щеке просто не стоит. А вот Коля и Чебурах. Коля, ты Чебурах, ну ты Чебурах. Хотя не думаю я, что он сильно порчу. За три хода мы столько не нанесем, что оно. Улистакать нечем пока. Летела чуть-чуть. Крепкая. Рыбу сразу будем. Чего опять? Он навешен. Я расслышу. Ага. То есть нужно успеть как можно больше урона сейчас нанести. Уж язык, потому что это не... Крепче камни. Крепче камни и фразы. И перепутать.
Ты бежишь, не бежишь? Да ну, ну, хотя да. Можно больше просто сейчас уроду что-то не сказать. Как ты? Еще два хода. Угу. Просто перекидывай. Защиту. Щит, да. Так думаю. Следующий стоп, что он туда? Следующий этот. Просто инициативный. Следующий язык. Я думаю, можно урон уйти, не так, ну да. То есть... Следующий язык я выиграю. Так, Алиса, надо, ты не успеешь убить его, как любой. Так, Коля, у нас еще, а можно уже, да? Ну, все. Китайский кот, иди, пожалуйста, мальчик. Ходит перед экраном. Ты кому, друг, мне или? Сородичу. Заберусь я в дев, и не достанешь. Не уйдешь. Есть на тебя заговор. Так. Уже как можно больше урона успеть. Далин, не в щит уходи. Или, кстати, Серафим. Вот, видишь, раз. Как это забыло слово? Так вот еще. Вот это. Ну, пролетела, ну, думаешь. Надо было все-таки просто защититься. Ну, а грыжа испортит. Все. Остальное смысла не вижу. Да. Подхилиться, что ли? Мало ли чего. Да. Я сейчас где-то кто-то забыл. Грыжа шикарная. А я тебе ничего. Грыжа скилла вообще не считаю. Во-первых, я спасу в первом печати. Скорч. Скорч я откидываюсь вообще. Не скорчу, а вдруг он это опять наложит. Нафиг. Он не успеет. И не вышит походу этого. Только на следующей секунде. Успеешь добить раньше. Да не успею я добить его. Не успеешь. Сейчас пуля становится. Последний. Так. Только сейчас что-нибудь. Разы кинь. И все. Разы.
Да. Считай суммарно, сколько у тебя. Колю. Его... Ты его сейчас забудешь. Я говорю. Я что-то забыла, что он уже все, он уже... объявится. Все. Умничка. 700 опыта? Сколько? Фига себе. Стой! Не добивай меня, Вася! Давай так. Я из-за кулинки вылезу, а к тебе в услужение пойду. Пригожусь, вот увидишь. Мучить не буду, только помогать. Взять тебя с собой? Да у меня и так стая чертей есть. Я не совсем черт. Я помогать буду. Суседить в доме до чуда. Суседки-то у нас нет. Может, и не такая плохая эта затея. Что дед-то только скажет. Ладно, возьму тебя. Но смотри у меня. Без шуточек. Прошка вылезает из акулины и запрыгивает вам на левое плечо. Затем исчезает во всполохе черного пламени. Домой чертей приволокли. Девочка падает без сил. Ее лицо выглядит спокойным и умиротворенным. Прошка больше не будет портить ей жизнь. Вы меняете крест Николая на крест Икотницы. Распятие выглядит старым и гнилым. Влияние нечисти не прошло для него бесследно. Вы надеетесь, что скверна не тронет душу Акулины. Тут предлагаем ей. Крест теперь есть. Раз. Близняк. И что, Вася? Ищущий, обрящить. Эк, невидаль, крест у нечисти. Суседки, небось, тоже не боятся крестов. А вот такого беса пустобреха можно было и не брать. Это кто тут пустобрех? Тихо, просто. Ладно, дедушка, не огневайся. Может, он нам еще пригодится. Ладно, посмотрим, что из этого выйдет. Осталось тебе имя ей найти и обоязку. С чего начнешь? Пойдем мы за... Ну, тогда с обоязки и начнем. Хорошо, к пряхе, значит. К пряхе мы с Василисой пойдем. Нечего тебе там делать, Колян. Усёк? Чё это? Так точно. И ещё, Вась, про невесту банную не обмолвись. А то пряха нечисть на душу. Хоть сама уж как бесячка выглядит. Разумела? Чё это? Кто такая-то пряха эта? 13. А, баба. Звать ее Капитолина Ивановна. Да только пряха ее все кличут за глаза. Шибко знаткая. С ней лучше не шутить. Знаткая? Она? Потому я и иду с тобой. Языком у ней не брякай. Про книгу не говори. Разумела? Что мне сказать ей, чтобы опоязку дала? Хороший вопрос, Василиса. Как с ней говорить будешь, ухо востро держи. Запомни главное, про нечисть не поминай. Не любит она бесяков. Тем более забудь, что пояс нам нужен для помощи девке подмененной. Потом, коли знаткой себя покажешь, тоже хорошо. А не приглянешься ей или чё выбухнешь, так плата тогда ой как взрастет. Выбухнуть почему? Сказать ляпнуть случайно, да, не сказать не кстати. Разумела? Даже поняла, дедушка. Пора нам в путь собираться. Да, лучше к ней ночью идти. Нас подвезут на телеге, договорился я. А мази-то не осталось купальской? Если б знал, так бы летом летели. А придется на своих двоих. Mm. Да вот еще что. Мужик есть богатый один. Да, Петров. Просил меня поле его проверить. Нечистый, мол,
посевы портит. Как раз от Пинтека недалеко. Ох, я. Ну, что лезешь? Не видишь? Пригрелся я на палате. Сонно мне. Спрашивай, что еще хотел. А то спать-то мне пора, притомился. Когда ты успел-то? Что ты за нечисть такая? Икота-то. Вот так чертей называют всяких. Икоты. Это если они в людей залезают. Ты и до меня это знала. Небось, подробностей хочешь? Икота и любая нечисть может сделаться. Лезь в человека. Получилось, так все, народ тебя икотой звать будет. У тебя-то, думаю, лучше моего получится. Про тебя узнать хотела больше. Чё ты до Акулины-то делал? Ладно, расскажу. Да только долгая эта история. До того, как податься в икотки, я суседил в церкви Енидорской. Долго я там жил, и у бесов памяти на века не хватает. Преображенскую-то церкву выстроили сколько? Уж лет 200 с лишним. Сколько? Вот я какой. Старый да мудрый. Так что слушайся меня, Васька, не пропадешь. Ну, мудрее котов-то я не встречала, это точно. То-то же. Может, ты лет так через 200 шерсть свою научишься по всей себе не оставлять? А чё шерсть? Это не моя забота, я вон за хозяйством слежу. Не до шерсти мне. Сам бы лавку поладил. Скрипит, как незнамо чё. Ну я тебе, пищак проклятуший. Погоди, дедушка. Он нам помогать лучше будет. Да, Прошка? Лучше. Не сомневайтесь. Что там с церковью-то? Так вот, я суседил и до того, как Преображенку выстроили. Ты суседил-то там же, где церква была? Или из другого края? Там же. Это я хорошо помню. Но что там было до церкви? Вот ведь на языке вертится, но не вспоминается. Чё подозрительно как-то. Давай-ка после потолкуем. Припомнить мне нужно. Почему ты котом обернулся? А коты людей убивают для защиты, да? Ну, чё смотришь? Боишься? Да, от котов проходу нет. Хорошо, что их армия царя-батюшки в ежовых рукавицах держит. Не веришь? Вот слушай. Случай был. Бабочка что? Бабочка прилетела. Что там с котами-то не так? Да. Однако. Что это у нас? Что мы с тобой хотели? Сумку, по-моему, прокачать, да? Так. Надеваем предметы. И посмотреть, что там можно. Тоже как это было. Длинные цепи. Крестили. А, ну это просто земли. Земли чудо. Нету. Мне кажется, земли тут не достаточно. Мне кажется, земли надо, потому что тут подольше держались. Первый же заговор будет держаться прикольно. Тоже верно.
изменить само правило. Это правда. Выбора кривого тоже много смысла. Так-то... Фига. Полная колода. Ладно. Что там? Путь уж скоро. После поговорим. Надо нам про чертей этих всем рассказывать. Ну, чтоб людей добрых предостеречь, ага. Все знают, да не все верят. Как ты крест-то свой получил? Да пустяк. Ага. Нет такого креста, который за так достается. Ладно, расскажу про один случай. Были мы под местечком, Плевна называется. И что-то поддали там жару враги. Бесов повстречал? Ага, похуже. Пушки так гремели, что все черти разлетелись. Видать, к нам на север все и прилетают прятаться. Плевна, нынешний Плевен. Ну так Погарин. Встал перед нами редут. До 28-го года, по-моему, Плевна. Вроде как укрепление такое, боевое. Никто подобраться не может. А ты, Коля, удалой. Да ну у тебя. Слушай, мне это видать, Бог помог. Танцы. Я пробрался с фланга, ну и нашел бочки с порохом, поджег их. Они и взорвались. Пожар начался. Еще там какие-то запасы были. Много врагов там погорело. До сих пор их крики слышу. Так до смерти и будут в ушах звучать. Сам чуть там не остался. С тех пор... Как на огонь взгляну, тут же тот редут вспоминаю. И те крики. Крест мне по кровавой реке приплыл, Вася. Ну вот, довольно? Теперь ты про огонь-то понимаешь, небось? Эх. Что дальше собираешься делать с невестой-то новой? Ну, хозяйство заведем. Народ села на помощь соберу. Ну, избу-то я выстрою. Да какую баскую. Детишки пойдут. Заживем? А за невестой, если банница явится? И хорошо. Тещи всегда в избе рады. У тебя, похоже, теща самая лютая. Путь уж скоро. После поговорим. В старых-то банях, да избах заброшенных, часто нечисть живет. Хозяева уходят, а духов своих не каждый забирает. Рассказывал ты мне про то, как силу колдовскую обрел. Так вот, стал я под Паском. Сначала тому-сему подучил меня юродивый Прокопий. Однажды разбежалась вся скотина, а бригадир-то мой пьяным сказался. Как что в водке выпил, не с места.
одну стопочку и все. Делать нечего. Решил сам скотину ловить. Штрафы так как бы нихера себе. Ближе к полуночи почти всех собрал. Вообще-то. Что уже стопками? Что? А идти-то там да. Через Ростов Михайловскую. Сама знаешь место какое. Ой. Иду я, а за мной скотинушка тянется. На Ростань пришел, тут все и завертелось. Вихрь так поднялся. Так у тебя. Ты что ты думаешь? Чертей полезло, видимо-невидимо. Я-то догадался, себя вмиг кругом очертил. Они за кругом так вьются. Каких я литра. Там только не увидал. Да. Ну, думаю, задавят. Да вот, и задавили, как видишь. В следующий раз поведаю, как выбрался-то. Что за духи банники эти? Хозяева в бане, как суседка в избе. Я вот думаю, что раньше бань-то непростым местом была. До того, как в Бога веровать начали. Это как это, до Бога? А вот так. Раньше духам-хозяевам поклонялись предки-то наши. Пермяки некоторые до сих пор Йена с Войпелем поминают. Да, вот они. Смыли. Ну что, мы пойдем и место вернемся там. Ну да. Что? Че-че? Пойдем и место вернемся там. Ну да, у книжника. Вот, кстати, песня есть. Мороз пробегает по вашей коже. Признак присутствия нечистой силы. Вы оглядываетесь вокруг. Компанию вам составляет только гудящая тишина. Внезапно из мрака делает шаг незамеченная вами фигура. Это книжник, торговец заговорами. Будь мудрецом, выйди вперед, и знание твое станет хлебом. Станьте. Это на вторую голову. Не, это, ну, это в принципе, ну, а там как с вирусом. Не в том, что вторая, не вторая команда, а в том, что это зависит не от них. А так там по печати. О, честно. Это пока все еще с первой печати. Да, Тайсон. Мы будем справляться здесь. Сохранимся тут на юге. Не то. Завтра продолжим. И так не будет часа на два, на тихо. Ну да. Раз, четыре, ровно два.